Ты помнишь хоть что-то из того, что было вчера? Я разоткровенничалась, да? Сказала, что на самом деле ты не в отпуске. И что год уже не можешь найти работу. Что парень тебя бросил. Ты стала просто невыносима. Что? Я собрал твои вещи, они в спальне. Что? И что вернулась сюда, потому что у тебя кончились бабки. Какие еще плохие новости? То есть ты вообще ничего не помнишь? Беспрецедентный размах бедствия. Знаешь это чувство, когда видишь что-то и понимаешь, что это изменит ход истории. Ты в порядке? Да, это тик. Я чешусь, когда нервничаю. Боже мой. Оно появилось в том же месте и в то же время. Но почему-то стало делать странные жесты лапами. Нет, этого не может быть. Оно танцует. Танцует как? Твою же мать. Что это? Что это было? Вертолет. С пилотом, пропеллером и все такое? Чувствую себя ужасно. Задай им жару. Давай потише, а то люди на нас смотрят. Она настоящий монстр.